Запускаю протокол ликвидации. Я не улика. Ловко. Кто проснулся? Можно тебя? На минуточку. Думаешь, это разумно на глазах у детей? Я привела тебя, чтобы показать, что здесь делают Катрины. Это важно. Теперь ты знаешь, почему я не стану терпеть придурков, для которых это игра. Ладно, тише, Гуантанамо. Я Эсперанса. Слушай, скоро здесь будет полная жопа. Я могу помочь тебе и твоим детям. Но сначала ты проведи меня в штаб-квартиру Фиска. Там ничего нет. Мы проверяли. Все на автоматике. Ни еды, ни лекарств. Мне не нужны еда и лекарства. Значит, ты мне не нужен. Не приближайся к моим детям. Ладно. Вот как мы поступим. Я выполню пару твоих поручений. Понравлюсь тебе. И ты поможешь мне. Ни за что на свете. Поверь, это сработает. Так, если бы я был в группе поддержки, чего бы я хотел? Нет. Надо помнить, что они крутые убийцы. Да, меч! Эй, Ким, я ищу самый крутой меч во всем самурайском музее. Можешь мне с этим помочь? Ну, лучший меч всего города хранится не в музее. Вот как? Что, по городу рыщет последний самурай и убивает перебравших, паршивцев и недостойных лучшим на свете мечом? Что? Нет, лучший меч Сансет-Сити хранится в той роскошной высотке в северной части Даунтауна. Его купил богатый директор по маркетингу Фиска. Это было в новостях как раз перед началом бардака. Ладно. Я займусь изъятием меча у этого директора Фиска. Это крупная шишка. Наверное, живет в стильном пентхаусе. Объект обнаружен. Тут полно бойцов Фиска. Это ненадолго. Улики.
Улики. Хочешь пить? Попробуй. Разогрев! Они не шутят. Робот деактивирован. Никого не осталось. Пора заглянуть в пентхаус. Крутая берлога. Так где же меч? В бизнесе главной целью должна быть победа, а не долгая кампания. Наша кампания была совершенной. Мы просто смели регуляторов. И теперь город платит за это. Плата за мои преступления – бизнес Сеппуку. Поэтому я удаляюсь на север штата и беру только свой бесценный, древний, то ли японский, то ли китайский меч. Ах, что за черт? Пусть оставят себе эти дурацкие супертитановые награды за маркетинг. Твою мать! Алло? Слушай, Венди, ты же кузнец, верно? Как выковать себе меч? Ну, прежде всего для этого тебе понадобится металл. Сталь подойдет. Ну, или можно сделать сталь из железа. Но ты с этим задолбаешься. Металл. Посмотрим, что у нас тут есть. За достижение в маркетинге. Скорее, за достижение в самолюбовании. Хорошенькие, тяжеленькие, они подойдут. Достал немного супертитана. Что делать дальше? Тебе нужен горн. Очень горячая печь. Горячая, да? Как насчет
атомной энергии. Атомной энергии? Ты хочешь сделать меч, который убьет других или который убьет тебя? О да! Атомный меч! Ой, чуть не забыл. Я же могу быстро перемещаться. Ой, чуть не забыл. Я же могу быстро перемещаться. Перебравшие! Я не могу работать в таких условиях.
Большие уроды сдохли. Теперь давайте расплавим эти тупые пафосные награды. Эти награды можно расплавить над тем паровым клапаном. Пора разводить огонь в кузне. Я мог бы изменить температуру. Или просто разбить панель управления и посмотреть, что будет. Кто-то сомневается, какой вариант лучше? Нужно разбить регуляторы температуры. Я не смогу ковать. Теперь надо подняться повыше и стукнуть молотом. Серьезно? Два летуна? Сукин сын! Thank you.
справиться. Один готов, один остался. Думаю, я просто спрыгну и начну ковать. Эй, у нас тут случилось землетрясение. Это твоя работа? Это была моя цель. Меч готов. Что дальше? Погрузи его в воду, чтобы охладить. На водоочистительную станцию. Я не отдам мой счастливый меч. Почувствуй силу! Лучший меч в мире! Лучше опустить эту штуку в воду, пока она не прожгла мой волшебный карман. Ко мне идет орда перебравших. Какое совпадение! Кажется, вон там. Эй, твой меч уже в воде? В крови! И в воде тоже. Ну, осталось его наточить, приделать эфес, можно и украсить. Нет, он совершенен. Нарекаю тебя
Экскаламуне! О, Херкер! Наверное, я смогу его сделать! Хорошо, что есть быстрая пи... Это будет весело. Thank you.
поздно! Ты это видишь, да? Кажется, они хотят, чтобы я получил заслуженную похвалу. Иду! Кола, смотри, что я для тебя сделал! И что мне прикажешь с этим делать? Проткнуть кого-нибудь, посвятить в рыцари, доставать еду из автомата в больнице. Он пронзает и рубит, для всего сгодится! Нет, спасибо. Все, катись. Ну посмотри, как велика его мощь! Ох, черт! Это я случайно! Ух ты, вот это удар! Они кастрировали мой ядерный меч. Флойд, мне нужно произвести впечатление на этих девушек. Понравится им. Есть идеи? Затея с мечом не сработала? Ну, он все еще у меня, так что нет. Мой совет. Найди путь к их сердцу. Что для них важнее всего на свете? Откуда я знаю? Отколошматить меня?